Гульжан Ергалиева выдала разгромную статью под заголовком «Пусть сидит» вокруг ситуации находящегося на скамье подсудимых Данияра Адилбекова, который через свой анонимный телеграм-канал «Дикая Орда» сообщал фейковые новости. В одном из своих постов Адилбеков обвинил корифея казахстанской журналистики Ергалиеву якобы в получении 15 миллионов тенге в защиту Бишимбаева во время громкого судебного процесса об убийстве Салтанат Нукеновой. В эмоциональном посте Гульжан рассказывает, что она сомневалась в правильности подачи заявления на Адилбекова и искренне надеялась в раскаянии Данияра за 4 месяца в СИЗО. На втором заседании суда Ергалиева предложила мировое соглашение и просила опровергнуть ложь Данияра. Однако подсудимый шансом не воспользовался и подмоченная репутацией Ергалиевой как неподкупного и честного журналиста взяла верх. Тем более, что Адилбеков и его адвокаты вместо защиты продолжили защищать свою бездоказательную позицию, не имея фактов на руках. Далеко не в пользу Адилбекова, гарантирующего его отбывание в тюрьме, оказался факт хранения им наркотических средств в своем доме, что также является уже доказанным фактом. Оказывается, Адилбеков признался на допросе в получении 30 миллионов тенге за распространение информации о ГОКе в Северо-Казахстанской области. Вспоминается еще одна история, когда один персонаж, Махамбет Абжан, кстати, близкий друг, соратник и подельник Адилбекова Данияра, вымогавший 50 миллионов тенге у бизнесменов, теперь благополучно отбывает наказание в местах отдаленных. Кстати, тогда Махамбет и Данияр действовали вместе, но почему-то на суде Абжана Адилбеков выступил только свидетелем, и, видимо, осуждение соратника примером для него не стало. По всей видимости, воспаленный от употребления наркотиков мозг Адилбекова лучшим выходом из ситуации тогда видел сдачу своего соратника Абжана, чтобы всеми силами уйти от наказания. Однако от своих грязных дел Адилбеков не отказался и предпочел дальше заниматься циничным торгом информации, употреблением наркотиков и грязными публикациями на анонимных телеграм-каналах. Теперь Данияра Адилбекова и самого привлекает к ответственности по тем же обвинениям в распространении ложной и недостоверной информации. Торжество справедливости, ни больше, ни меньше.